Доброе утро, это Укрлайф. Мы начинаем наши прямые эфиры. Юрий Лесничий сегодня у нас в гостях. Он директор Института анализа и прогнозирования. Юрий, доброе утро. Доброе утро. Я знаю, что вчера вы представляли, простите, мониторинг громадської думки населення за грудень 2016 року. І давайте ну, більш детально, що називається, зануримося у це дослідження, бо дуже цікаво. Ну, давайте, Юрій, хочете вот, передати вам сразу всі ці цифри, ну, на всякий можна. Случай, що, да, щоб ви там уточняли. Давайте почнемо, наверное, з самих інтересних речей. Що у нас, хто у нас по-прежньому лідирує в президентському рейтингі, там, в парламентському рейтингі, можливо, да, вот, хто пройшов би. Ну, і потім дальше пойдем по настроениям в целом, по политическим предпочтениям людей. Да, мы делали наш соцопрос уже, скажем, традиционно с партнерами-социологами. То есть в поле и социологическую часть работы в этих исследованиях обеспечивал Институт социальных исследований имени Еременко и Центр социальный мониторинг. Также нашими партнерами в этом исследовании есть Киевский пресс-клуб Союз журналистов Украины. Мы последних полгода с регулярностью где-то около месяца проводили социологические исследования по доверию к институтам власти. Верховная Рада, президент, другие, а также по рейтингам парламентских партий, непарламентских и президентские рейтинги брали в основном участников, топ-политиков плюс кандидатов в президенты, которые были на последних выборах. Поэтому вот это исследование, оно было финальное в этом году. Мы попытались проанализировать динамику определенную, хотя бы полугодовую, изменения и, скажем так, рейтингов и доверия. И где-то посмотрели по таким реперным точкам, по внешнеполитическим вопросам, Евросоюз, НАТО. Даже в этот раз коснулись вопроса выборов в Америке, то есть отношения украинцев и насколько это может, по мнению украинцев, повлиять на политику Соединенных Штатов в отношении Украины. Интересно. Ну, давайте вот, начнем с доверия, наверное, институтам. Скажем так, доверие к институтам у нас традиционно низкое. Только не говорите на грани статистической ошибки. К институтам власти. Ну, там далеко за гранью, поэтому я даже не хочу вникать в цифры, публиковать их. Вот, но доверие позитивное сохраняется только к армии и к волонтерам. Все остальные институты, начиная от президента, Верховного Совета, судов, прокуратуры, МВД и, ну, возможно, немножко полиция была несколько, скажем, в конце лета к полиции был более где-то выравнивался уровень доверия. То есть, скажем, украинцы четко дают оценку тому, что происходит в украинской политике, реформах и экономике. То есть... Юра, ну давайте сразу будем вот после каждого вот вашего такого какой-то цифр, будем вот какой-то ваш вывод, да? Вот смотрите, люди доверяют армии и волонтерам. Означает ли это, что тогда фактически политики в Украине высшего там эшелона нелегитимны с точки зрения этих людей? И они что тогда готовы? Ну, к чему? Ну, скажем так, если говорить о социологии, то доверие к власти именно что такое, сравнивается процент тех, кто говорит «я доверяю», и тех, кто «не доверяю». И вот разница, она становит как бы цифру, к которой мы привязываемся. То есть больше доверие стандартное к власти, не более 30%. Да, это много, ну, да, ну не более, я говорю, это даже много. То есть, если говорить о президентских рейтингах, парламентских нашей власти, мы дальше остановимся более конкретно, но это, скажем так, если брать среди тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором, не больше там 16-17% по персоналиям президента как власти и по парламентским цифрам и того меньше. То есть
Если брать доверие 16% и, соответственно, цифру недоверия, то баланс получится не больше 50%. Это в лучшем случае. Поэтому говорить четко о легитимности и нелегитимности так, наверное, не приходится. Но, для людей, которые не доверяют, для них тогда как? Скажем так, для того и происходят регулярные перевыборы власти, чтобы в цивилизованный способ показывать уровень доверия голосами, приводя, либо оставляя, либо же тех, кто исполняет ту политику, которую люди доверяют, и которая людей устраивает, либо же что-то меняет. Это в отношении доверия. В отношении рейтингов, даже скорее, наверное, вопрос поддержки досрочных выборов. Вот если продолжать доверие и в этой связи необходимость поменять власть и разговоры последних полугода, последний квартал особенно резко всех оппозиционных, по крайней мере, сил и СМИ о том, что стоило бы присмотреться к перевыборам Верховного Совета. Даже некоторые говорят о перевыборах президента. Так вот, те, кто сказали, что безусловно да и скорее да, нужно делать перевыборы Верховного Совета, таких 49,3%, которые говорят нет и безусловно нет 41. Но если взять динамику, начиная с лета 40. Этого года, то, в августе месяце процент тех, кто выступал за перевыборы Верховного Совета, 51,7, то есть около 52, против 41. То есть разница была больше, и мы можем констатировать то, что самый активный политический сезон все-таки в Украине был, это конец лета, начало осени. Те прогнозы, которые уже несколько лет муссируются, обсуждаются по поводу проекта «Золотая осень» или проекта «Шатун», который должен якобы расшатать общество и допустить какие-то возможные массовые акции вплоть до революции, то есть они не состоялись. И электоральная и активность населения тому пример. Означает ли это, можно небольшое уточнение, потому что зрителям нашим вы цифры, а я, как они, потому что цифр нет перед глазами. Вот скажите, означает ли это, что количество людей, которые поддерживали досрочные выборы в парламент, снизилось на 3%? Снизилось на 3% по сравнению с августом. И в начале осени, в девятом месяце, мы тоже делали срез, таких было 54, то есть снизился на 5%. То есть с августа, если условно говоря, за полгода. С августа 51 было, и на сегодня 49 где-то, да? Получилось так, что конец лета, начало осени был пик, и к концу осени, к началу зимы упало таких количество на 5%. На 5%. И, соответственно, не особо поменялось количество тех людей, которые хотели бы или, безусловно, хотели такого изменения. То есть где-то не состоялся тот резонанс общественный, либо же чаша весов, скандалов и с офшорами, и с пленками и так далее. Она не подействовала на украинское общество. Но тем не менее, я правильно понимаю, что на сегодня 49% жителей Украины хотят перевыборов, и 41% за возможные досрочные выборы. То есть получается большинство. Чем это можно объяснить? Да. Понятно, что в связи с отставкой Яценюка, который, в общем-то, был и его был премьером, и его партия была в коалиции. Это состоялось бескровно, в том числе и потому, что рейтинги его партии просто минимальные. То есть и никакого общественного доверия и, поддержки значительной эта партия не получила. Поэтому этого премьера поменяли, никто в парламенте особо в этой связи не поднимал никаких вопросов.
в этой, уже продолжая эту линию, сейчас идет информационная операция, все-таки пытается поменять Авакова. В том числе и в силу того, что президент, как, скажем так, столб исполнительной власти, понимает, что шансов переизбраться этим почти 100 депутатам от Народного фронта в следующий раз немного, ну их практически нету, поэтому даже, скажем, удаляя из исполнительной власти топ-менеджеров этих политических партий, сама партия не способна на протест, либо же на выход из коалиции, потому что чувство самосохранения каждого из индивидуально из депутатов, оно сильнее, чем влияние бренда, либо же сила партии. То есть это означает, что для Петра Алексеевича Народный фронт сейчас надежнее и монолитнее, и опора для него больше, чем, может быть, сама его партия? Я бы так не сказал. Всегда это же вопрос, скажем, политика искусства возможного. Да, возможно, нет, ли, возможно ли дожать депутатов и убедить их своих коллег, скажем, партнеров по коалиции в том, что их лидеры, либо же вот их, ну, я не знаю, авторитеты не настолько важны в политической жизни, ну, по крайней мере, тот негатив, который они впитали за себя, Яценюк там за 2 года премьерства и Аваков за 3 года, будучи министром внутренних дел, особенно после вот этих скандалов с княжичами, с дискуссиями вокруг несостоявшейся, ну, вот, в полной мере тем ожиданиям реформы полиции, МВД. Ну, то есть, в общем-то, эта ситуация, отображение, скажем так, уровня доверия людей к партии и отображение этого всего в парламенте. Ну, значит, вот вывод, да, из того, что мы сейчас говорили, то есть получается, что в Новый год, фактически в декабре, мы входим, скажем, с большей частью населения, которая готовы поддержать перевыборы в Раду? Готовы поддержать, да? Но это не критическая масса. В районе 50%. Ну, половина. Что касается того же вопроса о президенте, да, то если в августе-сентябре этого года таких было, которые выступали за возможные досрочные выборы президента, около свыше 52%, около 53%, то спустя несколько месяцев, в начале зимы мы имеем 45%, то есть падение на 7%. А кто не хочет переизбрания президента, тех, кто не хочет, точно так же, в районе 45%. Притом, таких летом и в начале осени было около 38%. То есть, скажем так, возможно, на фоне усиливающихся обстрелов на Донбассе, возможно, на фоне такой мировой нестабильности, Брексита, выборов в Соединенных Штатах, все-таки президент какой-никакой, но остается опорой для нации и возможное расшатывание политических вопросов, возможность перевыборов президента украинцами все-таки воспринимается с опаской. Ну, то есть половину разделились, ну, где-то 45 на 45 за. Да, но это меньше половины, скажем так, для украинской власти, которая последние президенты, и вообще мы сделали динамику и сравнение динамики уровня доверия к институтам президентской власти и персонально к президентам Украины. Так вот, революции, как правило, у нас случаются на падении доверия ниже 70%. Но у Петра интересно. Интересно. Давайте тут более глубоко. То есть вы проследили, когда были две революции, оранжевая и вот Майдан, да? И получается, что это все происходит тогда, да ладно, неужели революция оранжевая произошла, когда -70? Оранжевая революция произошла на уровне доверия к
Кучме минус 54%, но, скажем так, удерживаться далее он не мог. Поэтому, минус 54%. Поэтому тогда же вышли не против Кучмы, а против Януковича и выборов. Да, да. И выборов, да. Но вот если взять Ющенко, то его конечный уровень недоверия был минус 74%. Но революция не случилась. Революции не было, но он, ему фактически хватило ума и, так скажем, достоинства уйти без революции. Янукович? То же самое Януковича, революция состоялась при минус 77%. Ага. То есть сейчас народ становится все более и более терпеливым. Сейчас у Порошенко, ну, получается так, минус 44, поэтому как бы может пока спать спокойно. Можно еще ему поработать. Что касается конкретных цифр по уровню поддержки на должность президента, то иными словами, если бы выборы состоялись сегодня, декабре месяце, да. Мы получили следующие цифры. Два лидера, Петр Порошенко и Тимошенко, рейтинги которых сравнялись. То есть по нашим цифрам, если брать тех, кто определились и пошли бы на выборы, а таких 70% из 100%, около, даже не 70, 65%, не пошел бы на выборы, тех, кто не хотят идти на выборы, 20%, и тех, кто не определились со своим выбором, около 14%. Кстати, это не так много, я вам хочу сказать. Это не так много, если брать сравнение по полевым исследованиям наших коллег-социологов. В зависимости от типа исследования и размера выборки, количество людей, которые не пошли бы на выборы, варьируется там от 35 до 50%. Вот у них так получается. А у вас получается намного меньше. Ну, у нас 35-36%. То есть где-то по нижней шкале у нас эта позиция, по средней шкале. Так вот, если брать тех, кто определились, то рейтинг Порошенко и Тимошенко одинаковый, 16,8%. Третье место — Юрий Бойко с поддержкой в ориентировочно в 10,7%. То есть отстает где-то на 6,8. Да, но это уже, скажем так, второй разряд. Второй эшелон. Второй эшелон, да. И далее идет Вадим Рабинович с поддержкой 9,3%. Что такое это? Объясните, пожалуйста, феномен. Все обсуждают. Вначале били квиз за это. Вы же помните, да? И даже Паниотто писал: ребята, что ж такое? Можно бить или не бить, но это зеркало. Зеркало, которое отображает общественное мнение. Подождите, как Рабинович может быть? Ну вот вы мне объясните, почему вы так думаете? Откуда? Смотрите, что за феномен? На самом деле Бойко и Рабинович — это политики, которые работают на одном электоральном поле. И на фоне пассивности партии регионов фактически они работают вторым номером, их все бьют, их все иллюстрируют, их все пытаются, ну, по крайней мере, революционная провластная часть общества обвинить во всех грехах, вменить им в вину революцию и дореволюционное погиршение, свалить все на попередников. В этой ситуации Апоблок не сопротивляется, он занял пассивную позицию, наверняка ему есть что скрывать, и, в общем-то, эти обвинения не, скажем так, не безосновательны. В отличие от них, Рабинович занимает активную оппозиционную позицию, он активно пиарится, у него свой канал, он проводит массовые акции протеста, он, в отличие от других, все лето рекламировал свою партию, запустил политическую рекламу, за что, кстати, получил зауважение от Нацрады по телевидению и радиовещанию, что-то там было не то. Ну, то есть политики, которые активно действуют, они получают электоральный результат. Так у нас в Украине складывается. По крайней мере, мы видим на лицо... Ну сколько за него могут проголосовать? Мы видим на лицо переток рейтинга от Опоблока к партии «За життя». Мы видим переток рейтинга от Юрия Бойко, как кандидата в президенты, к Вадиму Рабиновичу.
За него, за Рабиновича, готовы проголосовать 9,3% среди тех, кто определились. Я дальше расскажу о ядре избирателей по макрорегионам, кто, угу. Какие регионы кого поддерживают. Вот кто, кого поддерживают вот, смотрите, более-менее все регионы? Сейчас остановимся. Далее, ну, скажем так, третье-шестое место – это кучный рейтинг. Он отличается не более чем на 1% или менее того. При нашей социологической погрешности не больше 2,6% на всех. То есть, в принципе, очень небольшая разница между этими участниками. То есть, если Бойко 10,7, Рабинович 9,3, то Садовой и Ляшко около 9. Вот эти четыре позиции, они на самом деле при уровне неопределившихся и тех, кто не идут на выборы, он может меняться в любой конфигурации. Да. Поэтому можно сказать, что за третье место есть шанс побороться у четырех кандидатов. Реально. Да, понятно. При том, что динамика свидетельствует о том, что, скажем так, у Тимошенко рейтинг остается практически стабильным. Он немножко приподнимался в начале осени, в конце лета. Сейчас он подупал. У президента он немножко проседал в конце лета, в начале осени. Сейчас он немножко стабилизировался. Но я так понимаю, это все в пределах статистической эпохи. Да? Плюс-минус 1%. Да, плюс 1-1,5%. Если говорить о рейтинге Апоблока и Юрия Бойко, то Апоблок рейтинг стабильно падает. Притом... Что такое? Партия регионов теряет хватку? Что происходит? Как это они отдают свои голоса Вадиму Рабиновичу? Тут можно сказать, что... так, мы дальше остановимся, по регионам. Угу. Значит, при том, что рейтинг Садового и Ляшка явно падает. То есть Садовой потерял порядка 30% своего рейтинга по сравнению с полугодичными рейтингами. И то же самое можно сказать о Ляшке, около 20% потери рейтинга, значительно. Но вот, скажем, активный популизм Ляшка не находит поддержку у, скажем так, центристского нашего электората. И то же самое консерватизм Садового на фоне всяких там мусорных скандалов, почему-то можно сказать, что партия Садового, она держалась на третьей-четвертой позиции в зависимости от опроса, сейчас она просела к пятому-шестому. Юра, ну, а вот интересно, по регионам, вот как поддерживают, если хотите, вот первый, второй, вот давайте посмотрим, смотрите, это же интересно. Значит, вот кто больше всех объединяет, где равномерно, интересно? Равномерно, вот, можно сказать, о... Порошенко и Тимошенко, они равномерно между собой поделили центр, восток и запад. Mm-hmm. То есть у них практически там, скажем, ну, плюс-минус стабильные позиции здесь. У Юлии Тимошенко на севере несколько больше рейтинга, у Петра Порошенко в центре несколько больше рейтинга. Но а вот тут интересно, вот на Киев. Донбассе. Город Киев, как лакмусовая бумажка, всегда как голосует Киев, так в результате и Украина голосует. Ну, не всегда. Да. По крайней мере, такой по президенту такая корреляция сохраняется. У Порошенко в Киеве 22% поддержки, при том, что у Тимошенко 16%. То есть Порошенко явно выигрывает в Киеве. В Киеве. А на Донбассе? А ну-ка, вот на интересно. Донбассе у Юлии Тимошенко несколько выше позиций, чем у Порошенко. Скажем, на Востоке и на Донбассе у Тимошенко 8,5, соответственно, процентов. У Порошенко на Востоке и Донбассе 3,3. А вот в Киевской области? Киев и Киевская область вы делали? Мы только Киев только делали. Киев, ну это макрорегионы с Киевской областью. Вопрос юга.
Где Херсон, вы имеете в виду? Херсон, район, Одесса, да? И так далее. Да. Значит, Николаев, на юге у Порошенко больше рейтинг, чем у Тимошенко. На сколько? У Порошенко 12, у Тимошенко 9. То есть можно сказать, что ну вот, лидеры электоральных симпатий по вопросу президента, они практически равномерно покрывают Украину, и за исключением, скажем, Востока и Донбасса. Вот интересно, значит, мы получаем уже наконец тенденцию, когда есть кандидаты в президенты, которые фактически объединяют всю Украину. То есть нет, помните, как у нас было? На Западе одного кандидата поддерживают, то есть все-таки в Украине выравнивается. Ну, кроме Востока, да. Что говорить о третьем месте Юрия Бойки, то у него, скажем так, понятно, что на Донбассе и на Востоке максимальный рейтинг в районе 14-15%, ну и юг поддерживает Бойко. Он на первом месте? Нет, на юге на первом месте Рабинович, после Петра Порошенко. Угу. А на Донбассе? Одесса. На Донбассе, ну вот отставание, на Донбассе 15% Бойко, 8% Рабинович, а на Востоке 14%. А Тимошенко сколько, интересно было бы сказать? 8,5 было? Тимошенко на Востоке 8, Бойко 14, Рабинович 12. Это те, кто лидирует на Востоке. Интересно. А Восток это, ну, значительное количество электоратов. В общем-то, это, если брать по областям, то Харьков, ну, большая область. Угу. Поэтому, значит, если говорить о Бойке и Рабиновиче, как, скажем так, тех, кто топчется на одном электоральном поле, то у них на Западе и в центре минимальная поддержка, ну, от 1 до 4%. На севере несколько больше, 5-6%, но вот Восток и Донбасс, и юг – это то электоральное поле, на котором они уверенно, ну, лидируют, скажем так. Но я вам хочу сказать, что не так уверенно. Все-таки даже если сравнить, смотрите, сколько там, 14, вы сказали, и 8, то это все-таки не 45. И 8, да? Ну, но они не борются за первое и второе место. Все-таки, если брать медийные возможности Петра Порошенко и как президента, то его больше освещается его деятельность, хоть он и более критикован, понятно, но у него есть больше возможностей объяснять свою политику. Говорить, то есть можно, скажем так сказать, первая двойка лидеров, те, кто представляет оппозиционное поле, Бойко и Рабинович, ну, вот, скажем так, четкое оппозиционное поле, это третье и четвертое место, и пятое и шестое с небольшим отставанием от третьего и четвертого, это Садовой и Ляшко. Скажем так, радикальная риторика и консервативная риторика. Если говорить о Садовом, то уровень его поддержки в центральной и, между прочим, на Донбассе практически одинаковый. То есть это от 8 до 10%. Но если говорить о Востоке, то у Садового поддержка ноль. На Востоке. Да, ну, ноль – это ближе к нулю. И на юге. Если говорить о Ляшке, то у него, соответственно, на Донбассе и на севере, и в центре максимальный, там, скажем, результат. Но вот на Востоке и на Западе, и в Киеве, между прочим, поддержка небольшая. Притом уровень поддержки Ляшка в Киеве, он соответствует, по нашим данным, уровню поддержки Бойко в Киеве, около 2%. Ага, интересно. При том, да, что интересно. Киев дал Рабиновичу и Садовому по 5%. Если взять телеканал News One, который, смотрят, скажем так, аффилирует, да, с Мураевым и Рабиновичем из партии «За життя», то у них
первое место среди информационных каналов в Киеве. Да. Ну, вот все-таки корреляция между телевизором и общественным мнением, она сохраняется, и она уверенно как бы вот подчеркивается в социологии. Ну, давайте к партиям переходить, Юра, потому что там же у вас масса еще интересного чего. Насчет партий. Там, значит, же еще среди даже про выборы среди тех, кто определились и пойдут на выборы, соответственно, таких, если брать партийные рейтинги, таких тоже в районе 70%, около 70%. То партия «Батьківщина» набирает 15,3%, это, соответственно, 43 место, если брать 225 представителей по сегодняшней пропорциональной системе. Да. Солидарность на втором месте, при том, что они все лето были не выше 3-4. Третье место сохраняло, там, скажем, «Опоблок» и «Самопоміч». Они, «Самопоміч» просела и отдав электорат «Солидарности», ну, по нашим исследованиям в динамике последних полугода. «Солидарность» 4,6%, небольшое отставание от «Бьюта», у них 15,3%, напомню. Это 41 депутатский мандат по сравнению с 43 «Батьківщина». Да. А по «Блок» третье место 11,1%, 31 место. «Самопоміч» четвертое место 9,9, 28 мест. Где-то подобный результат у них, между прочим, есть в парламенте сейчас. То есть плюс-минус сохранили. Плюс-минус сохраняется, да. Пятое место у «Радикальной партии» 9,2%, 26 мест. Вот «Партия за життя», которая по нашим данным попадает в парламент, 7,9, 22 место. «Громадянская позиция», Гриценко, 6,6%, 18 депутатских мандатов. И ВО «Свобода», 6%, 17 мандатов. То есть, похоже, может «Свобода» тоже вернуться в парламент после небольшого перерыва. Мы видим их рейтинг и рейтинг Тегнебока, если не стабильный, то увеличивающийся незначительно в рамках статистической погрешности, но... А вот интересно, Юра, смотрите, у нас на правом тоже ж электорат-то, вот, собственно, правых сил тоже ж небольшой. Смотрите, там сейчас столкнулись между собой, кто борется. Там «Свобода», затем вот политический проект «Азова». Да? «Свобода», Белецкий, Ярош, да? «Самопоміч» в каком-то... То есть фактически, смотрите, на таком небольшом количестве степени, людей, да. Все-таки, да? Ну, правых и левых у нас не так много, как центристов на самом деле. И если идти дальше по нашим вопросам... Ну давайте вот интересно по внешнеполитическим, или вы чего вот хотели? Тут еще у нас есть интересный опрос, уровень заинтересованности политическими процессами, то есть насколько украинцы интересуются политикой. Ну-ка, так вот, по сравнению с прошлогодним финальным измерением, когда постоянно те, кто постоянно следит за политикой, либо же за основными политическими событиями, таких в прошлом году было около 60%. В декабре? В декабре. То в этом году таких, ну скажем, на 7% меньше. То есть украинцы становятся более скептическими к тому, что происходит. Возможно, это теряется какое-то доверие к политике. Возможно, в силу несостоятельности реформ теряется вера в то, что можно что-то изменить, и в то, что происходят реальные изменения. Между прочим, на эти вопросы тоже есть социология, мы ее спрашивали. Ну вот это значит, за счет этих людей может быть и количество людей, которые теперь выступают меньше за перевыборы, да? Поэтому немного опустилось. Ну вот, да? Мы констатируем то, что уровень заинтересованности, то есть и политической активности на самом деле, он слегка падает. Ну, плюс-минус 10%.
Притом оценка политической ситуации в плане возможности каких-то заворушений, либо же майданов, либо же активных политических акций, что люди если, думают, да? если сравнивать с прошлым годом. Так вот, тех, кто считал, что ситуация напряжена и взрывоопасна, в прошлом году было тех, кто считали, что напряжена 57 и взрывоопасна 35. Соответственно, 92%. Больше, да, да. То в этом году таких уменьшилось на, скажем так, на 7%, на те же 7%. То есть при чуть том, больше что 80, тех, при том, да? что угу. тех, кто считает, что ситуация напряжена, стала больше немножко, 61. Но тех, кто считает, что ситуация взрывоопасна, таких 20% с лишним. Угу. То есть ядро критически настроенного электората, оно уменьшилось. При том, на что сколько? Оно уменьшилось порядка 13%, ну, оно чуть ли не на треть уменьшилось. Mm-hmm. То есть, ну, можно сказать, что даже те вопросы тарифные майданы и так далее, то есть они попадают именно на тот электорат, который не ходит на протесты. То есть он работает, он обеспечивает свои семьи, и он активно не участвует, то есть, в протестной жизни, скажем так. Ну, по крайней мере, социология об этом говорит. Притом, на вопрос, насколько вероятны в Украине массовые акции протеста в ближайший месяц, вот мы разбили по шкале от 1 до 10. Единица вообще невозможна, и десяток очень возможны. Так вот, треть тех, кто считает, что они возможны, 37%. 37 считают, что возможно. И очень или возможно. Это 8, 9 и 10 из 10. Так, значит, 30% что очень 37,4. Возможно. 37,4. Да, это больше трети. Да, да. Больше трети. Так. Тех, кто находится на посрединке, которые как бы считают, что ну, угу. они возможны, но где-то там, когда-то. Угу. Таких вот 34%, пятое, шестое место. Угу. И тех, кто считает, что они вообще невозможны, либо же первое, второе, третье, четвертое, 28,3%. То есть, скажем так, ну, нету уж очень явной вероятности того, что уровень недовольства в обществе настолько критический, что он может вылиться в какие-то акции протеста, ну, скажем так, Майдан. Ну, смотрите, 75%, вот я насколько приблизительно получается, что считают, что это ну, возможно. Ну, тех, кто активно, допустим, настроено, это 7 из 10, даже не 8. Седьмое, восьмое, девятое место, четыре угу. самых пиковых точки, то их 37%. Ага, 37. Да. Угу. А серединка 34, это 34. Те, кто сомневается в их возможности на самом деле, 50-50. Если говорить о том о вопросе, если возможны, то из каких побуждений... А что сможет стать причиной? Что сможет угу. стать причиной, то на первом месте это, как ни странно, все-таки это резкое ухудшение уровня жизни. Почему же, как ни странно? Потому Очень что странно. Первых два Майдана до этого украинцы выходили за, так скажем, иррациональные какие-то требования. То есть требования свободы, требования собственного вот выбора, либо же требования евроинтеграции в каких-то внешнеполитических, так, фата-морган, кто говорит, это морковь для буриданного осла, ну, как бы, это что-то иррациональное на самом деле, то тут вот речь идет о конкретном собственном интересе, который Сколько нарушается. Процентов за экономическое? Порядка 69%. То есть для них это могло бы стать толчком для следующего Майдана. Невозможность платить по новым тарифам 43%. То есть если
политика власти будет направлена на то, чтобы, допустим, отбирать квартиры, либо же судиться за неуплату тарифов, на фоне того, что политика в отношении субсидий будет не настолько лояльна и не охватит весь электорат, то 43% готовы выйти в связи с этим, чтобы защитить себя, свои семьи, не имея возможности платить. На третьем месте коррупция и свавилья влады. Можно я предположу? 15%? Нет? 27% почти. Ого! Треть. То есть это ого, достаточно большой... Да. И на этой же позиции невыплата зарплаты и пенсии. То есть если государство становится банкротом и есть угроза невыплаты пенсии, то вот такой вот. Дальше идет... смотрите, львиная доля — это экономическая, да? Экономическая, выплата, да, пенсии, и коррупция. Тарифы и все прочее. Ну, а коррупция, там, на самом деле, да, это продолжение где-то, это политэкономическая проблема. Ну, и социальная, конечно. Дальше идет непрофессионализм власти и беспорадность. Ну, то есть несостоятельность в плане сколько? Реформ в том числе. 20%. Немало. И знецінення гривні, банківська та фінансова криза. То есть фінансовий майдан, который стоял вот недавно, и вопрос Гонтаревой в том числе, 20%. 20%. Да, то есть в сумме, ну, это вот финансово-экономический блок плюс соцблок пенсии, это около 60%. Да, ну и также 18% это загострение ситуации на сходе Украины, активизация боевых действий. Возможно, это... Привести к протестам? Ну, возможно, это, возможно, да? Это реакция Восточной Украины, которая все-таки это очень серьезно беспокоит. Ну и дальше менее значимые факторы, как то досрочные выборы с целью изменить власть, то есть протесты в связи с какими-то там досрочными выборами. Тех, кто прислушивается к таким вот закликам лидеров политических партий, то есть если позовет Ленин, то выйдут на протесты 9,9%. Это как-то сложно, потому что у нас же там другая была статистика, несколько по если мы возьмем тот правый, либо же радикальный электорат с двух сторон, то количество таких людей... Очень может быть. Юрий, ну давайте, вот мне же очень интересно, внешнеполитические тоже, или что у вас там еще есть интересного? Насчет внешнеполитических вопросов. Стандартно мы спрашиваем в отношении доверия к НАТО и ЕС. Вот, очень интересно. Евроинтеграция. Давайте. Так вот, в отношении того вопроса, если бы в ближайшее воскресенье проводился референдум о вступе Украины в Евросоюз, то если взять декабрь 2015 года, тех, кто были за вступление, около 60%, 59%. Год назад было 59%. Таких, кто против, было 24%. И которые не брали бы участие, 12%. То в этом году тех, кто за вступление, 50%. То есть падение доверия около 20%. 20 или 10? Около 20%. Около 20%? Да, ну 60% и 50%. 10. Разница 10. 60 и 50, 10. Ну, 15%. Да. То есть, тех, кто против вступления, 24%. Да. Ну, смотря с чем сравнивать. Если брать низшую точку этого года, то 20% меньше, чем в прошлом году. И, соответственно... То есть определенный евроскептицизм в глазах украинцев. На самом деле это естественно на фоне евроскептицизма, собственно, европейского, который проявляется в Брексите, который проявляется в поддержке Ле Пен, Орбана, тех же правых сил в Польше и так далее. Ну, то есть, по крайней мере, так, как нам это преподносит пресса. Это, в общем-то, немножко убивает веру украинцев в евроинтеграцию, ее целесообразность. Но, тем не менее,
50% украинцев за однозначно за вступление в ЕС. Стабильно. То есть, в общем-то, сохраняется стабильное внешнее политическое понимание украинцев о европейском курсе. А вот НАТО и Россия интересные направления. В отношении НАТО и референдума о вступлении в НАТО. Если в прошлом году за вступление было 48% и против вступления 30%, то в этом году за вступление 41% и против 32%. То есть тоже падение в районе, ну скажем так, 10-15%. Если сравнивать этот год с прошлым, то тогда больше к 20% динамика. То, Юр, то интересно получается, что фактически, если учитывать там статистическую погрешность, то плюс-минус идут нос к носу и те, кто за вступление, и те, кто против. То есть мы возвращаемся что? К 10 годам раньше еще как? Ну, я бы не так сказал. На самом деле, если 32 против и 41 за, то это свыше 20% тех, 10. Кто... 31 и 40... И 42, но это 20%. 31 и 40, почему же 10? 32 и 41. 32 и 41? 8. Это 8, да. 30-41 минус 8, 32%. Все, понятно. Да, значит, это значительный перевес, но тем не менее, чем я могу это объяснить? С одной стороны, вера украинцев в то, что санкции остановят Россию в их агрессии в отношении Украины, она все-таки где-то разбивается о выбор Трампа, по крайней мере, о его риторику в отношении России, о заявлении европейских партнеров. То есть украинцы не верят в то, что в ближайшее время Россию все-таки можно экономически будет поставить на место, а в этой связи то, что агрессия будет продолжаться, а тем более она будет продолжаться на фоне вступления в НАТО. С одной стороны. С другой стороны, НАТО вступает те страны, которые не имеют войны, мы имеем войну, поэтому как бы само по себе это вступление нереально. Ну и те же заявления, нестабильность в НАТО, которую мы имеем в связи с заявлениями Трампа о необходимости большего финансирования обороны европейскими странами, которые раньше тратили меньше 1-2% на оборону. И в этой связи такая вот нестабильность и помощь НАТО в Украине в военном плане только на уровне консультаций, где-то она убивает веру украинцев в то, что уж очень надо стремиться в НАТО, с одной стороны, а с другой стороны, к каким последствиям, в общем-то, приводит это стремление, имея возле нас агрессивного соседа, ну и с неоимперскими амбициями. Россия, вот интересно, Россия, что вы делали какой-то замер? В отношении России мы делали замеры в прошлый раз, ну, скажем так, в этом, этот раз, мы на России не концентрировались, мы скорее вот можем констатировать по вопросу НАТО динамика изменения, баланс доверия к НАТО, то есть как он двигался, как он был актуален и активно поднимался последних 2 года и какой отскок вот случился в последние, скажем так, 1.5 года. То есть получается минус 17% в доверии к НАТО. Да. Вопрос, скажем так, в отношении безвиза и как продолжение вопроса стремления в ЕС. То есть насколько важен для украинца безвиз? Важен и скорее важен, ответили почти 46%. Полстраны, оказывается. Что понятно, потому что у нас 50% людей европейски ориентированы. Ну, ориентированы, но тут вопрос скорее туризма, либо же работы, либо скрытой миграции. Ох, не произносите это слово. Да. С другой стороны, те, кому не важна эта проблема, около 50%. То есть половина, да. Ну и на вопрос,
Когда, по вашему мнению, может быть принято решение о предоставлении безвиза для украинцев? А можно я прокомментирую? У меня же эта табличка. Ну просто народ же наш мудрый, мудрый, в отличие от наших политиков. Вы посмотрите, что они отвечают. Что через год 24%, через 2-3 года 23%. То есть, получается, большая половина людей мудро считает, что 2-3 года и практически безвиз у нас в кармане. Я правильно говорю? Хотя тех, кто считает в далеком будущем, и кто затрудняется ответить, их тоже немало. Немало, но... Просто всегда хочется подчеркнуть, что украинцы же разумнее. Если брать... По Трампу, что там обещали. Значит, вопрос звучал следующим образом. Как вы считаете, в случае президентства Трампа или за президентство Трампа взаимоотношения Украины и США? Тех, кто считает, что они не поменяются, 41%. Невзирая, скажем так... Мудрые украинцы, мудрые люди. Притом этот опрос делался в декабре месяце, до того, как вчера был подан кандидат на должность госсекретаря с компанией Exxon, который получил медаль от Путина, Рекс... украинцы не верят в то, что большой корабль Соединенных Штатов может очень резко развернуться к Украине. При том, что тех, кто уверены, что все-таки эти отношения ухудшатся, 26%. Тоже очень много. Так что... Это темпераментные люди, которые... 26, четвертое. Тех, кто считает, что они улучшатся, 6%, затрудняется ответить, 24%, тоже очень много. Но самая интересная цифра, тех, кто не знает, кто такой Трамп, их 3%. Ничего себе. Мне кажется, что эта цифра, наверное, меньше, чем в Америке. Почему-то мне так кажется. Это свидетельствует о том, насколько украинцы все-таки втянуты... Переживают за судьбу другой страны. Втянуты в информационное пространство, насколько они живо обсуждают информационные и политические, насколько они, скажем, цепляют. И, в общем-то, втянутость украинцев не в работу, в какие-то реальные, рациональные вещи, а все-таки... Что ж там у них в Америке? Мы просто мыслим широко и стратегически. Такие мы украинцы. Такие результаты мы получили. На самом деле на протяжении года было много опросов по разным направлениям. Были в том числе и вопросы отношения к Майдану и, скажем Майдану, так... Майдану, который был? Да, Майдану 2013 года, и каким образом достигли Майдан своих целей. Так вот, конечно, печальная такая статистика. 85% считают, что революция достоинства не достигла поставленных целей, только 8,5% придерживаются противоположного мнения. При том, как на вопрос, почему вы считаете, что революция не достигла поставленных целей, больше всего, мы брали разницу тех, кто двух полярных мнений, так вот, тех, кто считает, что не происходит восстановление экономики, почти 44%, не ведется борьба с коррупцией, почти 40%, не происходят реформы, 37%, не отодвинули от власти олигархов, 35%, не поменялась элита в стране, 31%, не пришли новые люди, около 25%, не проведена люстрация, около 25%, и не происходит интеграция в ЕС, 18%. Юрий,
Спасибо вам огромное, что вы сегодня были у нас с этим исследованием. Но я бы все-таки хотела напомнить в конце, чтобы мы закончили с вами обсуждение на оптимистичной ноте, все-таки, что вот только там сколько, 3% украинцев не знают, кто такой Трамп, но оставили немножко оптимизма. Тем более, что уже с завтрашнего дня Укрлайф, уже скоро у нас тут расположится елочка от наших партнеров, и мы будем писать итоги недели. И я бы очень хотела, вот пользуясь случаем, прямо в прямом эфире пригласить вас. У нас будет большой марафон, у нас будет очень много экспертов, которые будут подводить итоги уходящего года. И поэтому все, что вот сегодня мы еще не договорили, и в целом глобально приглашаю вас подводить итоги недели, но итоги уходящего года на Укрлайф ТВ. Так что будем рады вас видеть. Спасибо за то. С удовольствием. Спасибо, что были сегодня с нами. Хочу напомнить, что Юрий Лисичкин, Институт анализа и прогнозирования, он его возглавляет. Сегодня так интересно поделились с нами результатами их исследования. А вы оставайтесь с нами. Мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ. А Юрий, с вами уже, надеюсь, встретимся скоро. До встречи.